Два сильнейших и опытнейших гонщика Константин Навроцкий и Анатолий Шиндяпин выиграли главные награды второго этапа чемпионата города по водно-моторному спорту. Навроцкий уверенно взял верх в классе самых скоростных судов глиссеров R2500. Шиндяпин выиграл принципиальный спор с чемпионом страны Александром Смердиным, перехватил лидерство в дивизионе R1500. Победитель Кубка России Виталий Иллякин отличился в двух классах – скутерах и катамаранах. Спортсмен показал лучшее время в наборе скорости и виртуозно проходил виражи. Самое главное – это удалось хорошо подготовить мотор, что позволяет мне отрываться от соперников и финтить на виражах, участвовать в российских соревнованиях с более уже конкурентной способностью побеждать. Ну а в споре юных спортсменов блеснул Михаил Огородников. 15-летний гонщик перешел в более скоростной класс GT30 с 23-сильным мотором. Сходу показал хорошие результаты, выиграл две финальные гонки. Со старта я набрал хорошую скорость и за счет этой скорости мог позволить себе подойти близко к бою, сбросить газ и закинуть лодку боком и поддать газу, и за счет этого мог обогнать соперника. Ну а следующие старты у омских водномоторников уже всероссийские. С 18 по 20 августа в Екатеринбурге пройдет финал Кубка страны, а в конце месяца в Краснодаре будут разыграны медали чемпионата страны в соревнованиях по классическому регламенту. 4 гонки по 7,5 миль.